Теремок ТВ представляет. Мусти и его друзья. Папин помощник. Сегодня папа Мусти собирается красить. Папа! Пап! Крикнул Мусти. Мама сказала, что ты собираешься красить. Хочешь, я тебе помогу? Конечно, Мусти. Пойдем со мной. Все, что нам нужно, лежит в сарае. Большая банка с краской для папы, а маленькая баночка с краской для Мусти. Большая кисть для папы, а маленькая кисточка для Мусти. Папа аккуратно размешал краску. «Твоя краска готова!» – сказал он. «Можешь красить забор!» Мусти хочется поскорее начать. Вперед! Мусти поставил ведерко с краской на землю у забора и принялся за работу. «Обожаю красить! У меня здорово получается!» – обрадовался он. «Наблюдать за работой Мусти так интересно!» – подумал кролик, глядя, как Мусти красит забор. «У тебя получается очень красиво, Мусти!» – сказал он и потер лапой свежую краску. «Ой, смотрите! Теперь моя лапка вся в краске! Нужно ее почистить!» Но, несмотря на старания кролика, стало только хуже. Теперь окрасился и животик. Кролик очень расстроился. Он боится, что никогда не сможет оттереть краску. А Мусти увидел это и рассмеялся. Он-то знает, что кролику не о чем беспокоиться. Мама Мусти тоже заметила, что произошло. «Пойдем, кролик, давай-ка мы тебя хорошенько почистим!» Мама Мусти взяла большую влажную тряпку и стала тереть ею кролика, пока его шерстка не стала чистой. «Большое спасибо!» – радостно сказал кролик. «Больше я никогда не стану трогать свежую краску! Это уж точно!» Тем временем Мусти закончил красить забор и подошел к маме и кролику. «Ха-ха! Как смешно! Кролик такой забавный!» Но Мусти смеялся недолго, потому что он и сам покрыт краской с ног до головы. «Пойдем, Мусти!» – сказала мама, смеясь. «Похоже, тебя тоже нужно хорошенько почистить!» Теперь и кролик может посмеяться. А вот Мусти совсем не рад. Ведь он предпочитает вылизывать себя язычком, а не купаться в ванной. Но мама лучше знает, что нужно делать.
Так что Мусте пришлось принять настоящую ванну с мылом и шампунем.